Місяць повноцінних тренувань, участь у 3 передсезонних турнірах і 4 товариські спаринги. Баскетбольний клуб «Запоріжжя» завершив підготовку до сезону. Останнім акордом у передсезонній роботі стали 2 матчі з харківським політехніком. Навіть із кадровими втратами запоріжці очікувано мали перевагу над представником вищої ліги. Понимання команди, я вважаю, що більш-менш і зі мною, і між собою є. Вопрос другой, вопрос какого мы уровня. Это более серьезный, принципиальный. Чем недоволен? Недоволен тем, что Маяускас так и не сыграл ни одной игры. И когда он начнет, я не знаю. Что касается формирования самой команды, считаю, что в принципе процесс неплохо запущен. Обидно то, что вы видите, на лавочке осталось 6 человек. У Рагимова разрыв связок, это надолго. Мы опять остаемся без людей. Чуть-чуть переболели Титов и Сизов. Я надеюсь, что в следующей неделе они вернутся в строй и будет полегче. Без Маяускаса, Титова і Сізова запоріжці перемогли політехнік у першій грі 120-63. Проявила себе молодь. Загалом аж 7 баскетболістів Запоріжжя набрали більше 10 очок за гру. У другому матчі серйозну травму отримав Рустам Рагімов. Без нього команда Валерія Плеханова ще раз довела свій вищий рівень 104-62. Задача була відіграти всім рівне кількість часу, так як нас і так немного. Где-то это удалось. Второй день, если вы обратите внимание на табло, больше 5 человек забивают больше 10 очков. Это говорит о командности наших действий. Никто не тянет на себя, все играют командно. На цьому передсезонна підготовка завершена. Тепер баскетбольний клуб «Запоріжжя» готується безпосередньо до стартового туру Суперліги. Планується начало 6 октября, 3-4 кубок. Прошлого сезона в Южном. И с 6-го начинается чемпионат. Будет 11-я команда «Будивельник», который погасил все долги. Баны, поэтому изменится, естественно, календарь. Игр будет больше. Ну, а федерация, исполком сделает все возможное, чтобы чемпионат проводился. И зрители были, соблюдая все нормы Министерства охраны здоровья. Продолжаем работать, продолжаем не сбавлять нагрузки, пока пытаемся работать под нагрузками и уже готовимся непосредственно к первой игре. Пока календарь предварительный, но я думаю, ничего не поменяется. Первая игра будет в Каменском с главным фаворитом сезона. Соответственно, это накладывает свои отпечатки на подготовки. Руслан Левицкий, Костянтин Грушко, ТВ5.